он уже обветшал, требует в том числе реставрации. Об этом подумаем. Помочь им ливневку выполнить, потому что вода кругом. Обязательно необходимо выполнить водоотвод, дренаж и разместить в парковой зоне, в том числе зоны такие оборудованные отдыха с детскими площадками, для того, чтобы вы могли с внуками посидеть, отдохнуть, полюбоваться на здание. Ну а когда здесь будут проходить мероприятия, торжественные, концерты, всех вас 10 тысяч подписей. Вот мы приняли 10 тысяч подписей в Совет ветеранов. Так. И фактически одно есть название. Его, конечно, можно менять, но просто вчитаться, посмотрите. Поволжский межрегиональный центр. Это не просто, значит, вот еще в Энгельсе. Вот. И скажу, что генерал армии... Культурно-исторический центр имени Юрия Алексеевича Гагарина. Крылья Родины. Да. Вас приустраивает конкурс светских баллов, а мы тут будем устраивать баллы для...